Добро пожаловать в Review Gears Nevest, гайд по героям, следующий наш герой — Averaging Hug. Averaging Hug. Первый спелл — это травля. Выбейте вас корону для нанесения 1 единицы корона и в течение 7 секунд наносит это замедляет движение в 100%. Также оно получает каждые 3 секунды по 50 единиц корона. Второй — это Blink. Третий — это наносит вокруг вас 300 единиц корона. И вот так выберите воина или место для нанесения 550 магического урона. Оно действует в радиусе. Также на всех накладывает травлю. Погнали. Так, начальный мини-спелл предметный у нас будет сапоги и клинок света. Или, я думаю, лучше нанести лучше взять. Собрать сразу поддержка расщепителя. Так, мы докачали до 6 уровня, давайте проверим, как действует наша рута. Все, нам нужно открываться этим. И разъебаться. Гоу. The best. Просто the best. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Будем смотреть дальше. Гоу.